В Бишкеке стартовал основной день заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В резиденции Ал-Арча гостей встретила глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. После совместного фотографирования участники прошли на заседание в узком составе. Его основная часть проходит за закрытыми дверями. Открывая заседание, президент Кыргызской республики поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, подчеркнув, что работа по укреплению двустороннего сотрудничества будет продолжена. В эти дни столица Кыргызстана принимает глав государств и правительств 11 стран мира. Впервые в заседании участвуют новые члены организации — Индия и Пакистан. Обсудят сотрудничество в области безопасности, экономики, борьба с терроризмом и торговлей наркотиками. Ожидается, что будет поднята тема торговых войн между Россией, США и Китаем. Сегодня также пройдет заседание в расширенном составе. По итогам саммита руководители государств подпишут декларацию и совместное коммюнике, а также несколько соглашений о сотрудничестве.